Лего Дебенко, суббота. Смотрите, как просторно. Никого нет. Это здорово. Мы приехали по делам в Санкт-Петербург, но заодно прогуляемся по магазинам Борисовичам и вам поснимаем. Ну что, народу действительно очень мало, потому что утро, сейчас 10 утра. Я думаю, что к вечеру будет больше. Иду в Аби посмотреть. Вроде недавно была, но что-то нужно. Помните, показывала вам красивые надписи? А вдруг привезли того, вернее, то, что в прошлый раз я не купила. Смотрите, продается сетка, экран для защиты от солнца. Ну вот, кому это актуально, где идет солнцепек сейчас. 4 на 5 метров, 90 грамм на квадратный метр по плотности, затенение 80%. Ну, здесь показано, что может быть какие-то зоны отдыха, но кто-то теплицы натягивает. 4 на 5 метров стоит, ну, почти 2800. Чуть поменьше, 3 на 4 стоит 1700. Вот. Красоту идем. Вот. Как вошла в Аби, меня сразу ждет стеллаж с скидкой 50%. Вот прямо для меня. Сейчас посмотрю, что здесь есть. Бегонии, дорогие друзья, клубневые по 369 рублей. 50% скидка. Я думаю, что скидка просто отличная. Ну, в общем, такие бегонии-то неплохие, я вам скажу. Прям даже супер как неплохие. Вон какие. Жирненькие, замечательные. По 369 рублей. Но остальное такое перетянутое, а для бегонии просто красота. Одно дело, что тебе это все не надо. И зональные пеларгонии тоже по 349, по 319, 50% скидка. Еще зайду в следующий зал. Тут еще рассадой торгуют. Вот так вот. Распродажа 70% от указанной цены. Вот здесь все стоит 70%. Совсем уже, наверное, убитая. Может и нет. Какая красота. Правда, миниатюрные розочки, когда так цветут. Просто супер какая красота. Во! Вот подарить бы такой горшок в подарок вместо срезанных цветов было бы счастье, называется. Сейчас хочу просто посмотреть, сколько оно стоит. 1469 рублей. Самое смешное, вообще смешное, только не пишите мне, что какой я плохой садовод огородник. Но в этом году ЧП с помидорами. Поэтому, так как ЧП продолжается, хоть уже и лучше, то я прямо сейчас возьму и заменю некоторые томаты вот на эти. Ну, что делать? Хоть что-то вырастет. Вот такая рассада 99 рублей. Рассада клубники уже с урожаем. Посмотрите, дорогие друзья. Это уже как чем-то болеет даже. Вот так. Посмотрите, сколько ягод. Так что вполне в таком маленьком горшочке. Альба, отличный сорт. Вот. Сколько ягод. Ух ты, ух ты, какая красота. Моя последняя любовь, продолжительная. Стоит 3 699, да, стоило 4000, кстати говоря. И здесь скидка 300 рублей на разные гортензии. Ух, какая красота, правда? Все в цветах, какие крупнющие. Интересно, какой сорт. Ох, какая красивая. Обалдеть, какая красота. Magical Nobles White. Называется так гортензия. Стоит 4300 рублей. В 5 литрах. Magical Coral Blue. Посмотрите, какое сочетание цвета. Фиолетовый, сиреневый, зеленый. Тоже стоит 4300 рублей. Вот. Здесь тоже крупная шляпа.
Прямо крупнющая. Сейчас посмотрим, как такая называется. Magical Amethyst Pink. Вот blue, а вот pink. Она видно, что будет с розовым. Стоимость такая же. Ну, 4300 рублей. На самом деле 3699, как я понимаю. Скидка. Rock'n'Roll. Вот такая. Не слышала такую. Посмотрите, весь куст усыпан. Просто как огромный букет. И вот тут белая. Белая всегда нарядно, всегда красивая. Ну, здесь вообще какой, какая чистейшая шляпка. Вот смотрите, дорогие друзья, гортензия три сестры. Никогда не встречала. Вот как выглядит вот такой у нее цветочек. Гортензия три сестры. И она не похожа на гортензию там бесконечного лета. Blue Star, Bloom Star, как у меня. У нее совсем другой цветочек. Так написано на горшке. Вот здесь вот, кто не верит. Три сестры. Стоит такой горшок 5300 рублей. Вот это белая красотка. Регги называется. И вот три сестры. Посмотрите. То есть здесь уже больше использовано совсем квасцов, наверное. Может быть, грунт кислее. Вот она так выдает такой цветок. И только что я вам показывала бледно-бледно-розовый. Кстати говоря, вот не знаю, смотрите сами. Три сестры. Обратите внимание, что у нее нет зубчиков. А вообще-то есть край зубчиков. Вот. И вот розовая вот эта, три сестры. По-моему, так они даже разные. А тут голубая гортензия называется Bell Blue. Вот такого цвета. Голубая с салатом. Тоже красивое сочетание. Вот смотрю на барбарисы Тунберга. Вот стоят они сколько? 1399 рублей. Ничего себе ценник. Прилично. Наташа, 1399 рублей. Шикарная наперстянка по 260 рублей в горшке. Я прям себе возьму, потому что, ну, не каждый год она у меня всходит, не каждый год я ее посею. А я очень люблю наперстянку. Красивенные такие листья, жирные, шикарные. Прям вот возьму и куплю себе. Пусть растет. Вот здесь еще гортензии по 1599 рублей, крупнолистные. Ну, макрофилла и не написано никакое название. Вот, ну красота ведь. Ну и сразу от Organic Mix кислон. Какое-то удобрение, наверное, для того, чтобы снижает pH. Для всех тех, кто любит кислый грунт. Гортензии, рододендроны, азалии. Я не рекламирую, дорогие друзья, Organic Mix. Я просто показываю, что это удобно. Тот, кто не знает, как пользоваться, пожалуйста, купили такое удобрение и подготовили грунт. Посмотрите на мою тачечку. Помидоры везу, смех один. Но по-другому в этом году. По-другому как-то не получается. Заменю некоторые помидоры, но чтобы дырок хоть теплицы не было. И стараюсь восстановить старые, но при этом... Вот с такой чудесной рассадой в июле, в июне, в конце июня месяца. Ну вот, смешно и грешно называется. Девочки, выбор сумок. Вот в данном отделе в Меге, как отдел называется? Империя сумок. Империя сумок. Кстати говоря, тут уже очень много купила сумок. Вот эта сумка именно отсюда. Но ей много лет, она у меня уже такая потрепанная. Теперь я с вами советуюсь. Вот такая сумка под мой стиль. Ну, длиннейший ремень. Здесь очень много карманов. Очень. Ну, вот она побольше размером. Для сравнения. Смотрите, как побольше. И вот такая сумочка. Она так и делает, ну, таким, да, чемоданчиком. Чемоданчик. Она чемоданчиком. Ну, вот. Можно пониже опустить. И... Понятно. Вот. Ну, тоже в таком стиле. У нее две молнии, натуральная кожа, повместительнее, чем это. Большую сумку мне не надо, потому что у меня есть рюкзак, а мне вот такая вот походная. Как считаете? Девочки, еще вот такая сумочка. У меня на нее что-то глаз упал сразу. Она хоть и не ментолового цвета, но вот как считаете, тоже подойдет для лета. Очень. Борисыч, да, говорит, тебе... Борисыч говорит, покажись, показываюсь. Вместительная, карман есть для ключей, например, для телефона и карточки. Мне больше ничего сейчас носить не надо. Вот такая сумочка. А цена сколько?
сейчас скажем девочкам. Империя 5590, империя сумок. И, кстати, рюкзак, с которым я честно хожу, мне тоже из империи сумок. Вот как-то в этом магазине и чемодан еще покупали. Итоговая сумка 354 рубля. Так что еще и со скидкой. Наверное, возьму эту. Все. Ну, скажите, что вам понравилось. Ну вот, друзья, дорогие, вот такие два куста на перстянке. Сейчас буду ходить по своему саду и думать, куда ее посадить. У меня вот здесь вот голое место, и раньше всегда росла здесь на перстянка. Но не сеется она у нас, как у других. Не сеется. Еще где-нибудь найдем сейчас открытое местечко, которое вот здесь, например, называется дырка. Вот. Или еще куда-нибудь посмотрю, потому что перстянка будет высокая, конкурировать, может быть, будет, а может и дырку закроет. Одним словом, хорошо, когда в горшочке можно поискать место. А еще я купила диффенбахию, которая, ну, это комнатный цветок. Вообще она стоила, вот эта малышка, 500 рублей. 70% скидка. Согласитесь, она в идеальном состоянии. Я ее должна сейчас пересадить. Есть местечко дома. Раньше у меня очень много было таких всяких домашних крупных высоких цветов, вплоть до пальм. Потом я от этого отстала, потому что негде держать. А вот сейчас у меня появилось местечко. Поэтому надо пересадить. Ну и такую красоту 369 рублей, а я купила за 180. Мне кажется, что за 180 мы покупали луковицы, допустим, да? А тут отличное растение. Тем более, есть пустующий горшок. Чего ему пустовать-то? Я сейчас ее и посажу. И диффенбахию пока посадила вот такой переносной. Горшочек надо купить, красивое кашпо, и туда его вставить. Ну, а вот этот горшок был как раз свободный, поэтому его уж четко заняла бегония.